Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. В одном из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, что сила ислама в молодежи. Глядя на некоторых молодых ребят, мы радуемся. Одним из таких является студент правовой академии Мамедов Шахбан Мамедович, который в эти священные дни месяца Рамадан пожертвовал 15 мешков муки нашим подопечным фонда «Исан» по Сахурской долине. Пусть Аллаху Тааля примет ваш садака. И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы ваша учеба принесла пользу вам, вашим родным и близким. Аминь. Аминь.